Видео на камере пошло. На телефоне пошло. Сейчас мы свет включим. Это у нас какой? Это у нас ярко-желтый, я так понимаю. Это теплый свет. Я раньше не очень догоняла эти теплые света, но как понять, что это теплый свет? Когда меня спрашивали, он говорит, теплый или холодный, я говорю, в смысле? Он говорит, ну, говорит, так или так. Нет бы говорили, холодный там, ну, этот белый свет или желтый свет. Так, сейчас уменьшим. Вот если его. О, ой, телефончик, эту штучку можно вертеть, вот на себя камеру направляя. Это у нас тусклый желтый свет. Перезагрузка. Это у нас, я так понимаю, нейтральный свет. Тусклый нейтральный свет. Или тусклый теплый свет, хрен его знает. Кто в этом понимает больше меня, скажите мне, ладно? Ну, и я уже говорила в другом ролике, но в этом скажу, что я, конечно, не уверена, что именно с этой лампой можно будет снимать в полный рост одежду на себе, вот примерку, да. Но, если что, у меня там есть мысли по поводу другого такого же типа света. Не кольцевая лампа, что-то просто тоже как бы свет для видео, но немножко другой. Я его потом тоже закажу. Так, и перезагруз, это у нас самая яркая. Так, самый яркий белый свет. Это при том, что я сейчас с лампочками снимаю. Перезагрузка. А вот холодный свет. Яркий холодный свет. И очень бледный. Ну, уменьшаю я совсем бледный. Бледный белый свет. Сейчас я попробую просто со светом. Свет выключить на потолке, что получится. Темнотень. Вот это. Можно, в принципе, так писать АСМР какой-нибудь. У меня был, по-моему, на механке какой-то такой темненький АСМР при торшере, который сейчас в деревне. Так, сейчас поярче сделаю. Как он? Ну, это я на телефон сейчас пишу, как бы. В принципе, пишу на камеру. Камера пишет, как я пишу на телефон. Вот оно. Поменяем сейчас на желтый. Вот желтый в темноте, он как-то даже более так желто светит. Немножко, как бы так. Тусклый желтый. И нейтральный белый, хрен знает. Он, наверное, не белый теплый. Желтый теплый, белый холодный и белый нейтральный. Как я в них реально как-то путаюсь. Немножко не разбираюсь. Ну, желтый, как теплый цвет я могу отличить от, конечно, от холодного цвета. Но то, что посередине, как его назвать, наверное, нейтральный это, наверное, скорее все-таки. Вот, нейтральный цвет. У меня сначала, когда я выбирала эту штучку, кольцевую лампу вместе с штативом, у меня как бы приоритет был, что вот именно штатив там должен быть нормальный. А потом я просто еще глянула, что там именно эту выбрала, потому что на ней было написано, что штатив повыше, и как бы тут 4 каких-то типа цвета. Но 4-го цвета мы с тобой, зрители, я так понимаю, не наблюдаем, и штатив у нас не 2 метра 10 сантиметров, а несколько пониже. Потому что как бы он примерно чуть ниже меня ростом на полной вытянутой ноге, а я 1,162,5 сантиметра. Может, что-то такое, ну, какой-то предмет. Какой предмет он? Чехол. Так, давай перезагрузим на белый, вот, холодный цвет. Вот чехол, для сравнения. Так, о, потусклее. Совсем поярче. Очки там отражаются. А у меня батарея разряжается, оказывается. Ну ладно, в общем, сейчас я уже попробую поснимать на камеру. Так, у меня тут что-то отключилось. Вот я включила свет, я выключаю телефон.